В Самарте сбор труппы. Говорят о предстоящем сезоне и прошедших гастролях. Поездка на театральный фестиваль в Японию выдалась напряженной. В стране восходящего солнца делятся впечатлениями актеры. Их встречали с распростертыми объятиями. Японцы – народ добродушный. Японские актеры покорили самарцев своей игрой. Это больше школа представления. Очень понравилось, что они схватывают все на лету, да, не зная языка. Было полное ощущение, что они нас понимают. Они каким-то чудом запоминали реплики, да? Они же первый раз видели спектакль. Трагикомедия, рассказывают, произошла в Китае. На обратном пути самарские актеры делали пересадку в Шанхае. Там как раз бушевал тайфун. 3 дня, говорят, ходили в аэропорт, как на работу. Из-за сильного ветра и ливня были отменены 500 междугородних и международных рейсов. Ну, в компании это не страшно. Ну, вот если бы мы были по одному, было бы страшно. Потому что, во-первых, другая страна, абсолютно другой менталитет. Это далеко не Европа и, конечно же, очень далеко не Россия. И когда там случаются какие-то природные катаклизмы, им бы о своих 2 миллиардах позаботиться, не то что о приезжих. Мы же никогда не сталкивались с тайфуном, да? Что это такое, как это? Когда ты смотришь в окно и близлежащее здание, ты абсолютно не видишь. Там все затуманено, настолько сильный дождь идет, ветер, что в какой-то степени, да, это страшно, потому что ты не знаешь, что может быть дальше. Для самарцев все закончилось благополучно. Актеров из бушующего Шанхая забрал российский самолет. Сегодня у них снова напряженный график. Репетиции в разгаре. 15 сентября в Самарте премьера, спектакль по пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Айгуль Зиганшина, Мурат Гасанов, ГИС «События».